Заложенный в основе криптовалют принцип децентрализации, а также отсутствие посредников в виде банков и других финансовых институтов, делают криптовалюты самым безопасным и анонимным способом передачи денег на сегодняшний день. Однако обратной стороной свободы по-прежнему остаются риски потери средств. Токен Ultima поддерживается Smart Wallet – современным криптокошельком с высоким уровнем безопасности. Кошелек защищен от взломов, поэтому хранить токены в Smart Wallet максимально безопасно. Однако даже самые передовые технологии защиты данных не смогут уберечь ваши средства, если вы не будете соблюдать простые, но важные правила безопасности. В этой инструкции мы расскажем вам об этих правилах. Придерживайтесь их, чтобы обезопасить свои средства и сделать свой опыт работы на крипторынке максимально позитивным. Первое. Установите пин-код для входа в кошелек и настройте Face ID или Touch ID, чтобы зайти в кошелек могли только вы. Для этого перейдите в раздел Settings – настройки вашего приложения. Затем в разделе Security выберите пункт PIN-код. Нажмите на ползунок, чтобы установить шестизначный пин-код в вашем кошельке, и Change PIN, чтобы изменить его. Ваш пин-код должен быть сложным. Составьте его из разных цифр, расположенных в случайном порядке. Это сделает невозможным его подбор. Не используйте пароли из одинаковых цифр, такие как 888888. Подключить подтверждение входа с помощью сканирования лица или отпечатка пальца можно в разделе Face ID, Touch ID. Установите подтверждение транзакции. Установка подтверждения транзакции с помощью сканирования лица или отпечатка пальца дополнительно обезопасит вас. Тогда никто не сможет отправить токены с вашего кошелька. Для подключения подтверждения транзакции перейдите в раздел Security. Обратите внимание, что для активации данной функции у вас уже должен быть установлен PIN-код, Face ID или Touch ID к вашему Smart Wallet. После их установки эту опцию можно активировать. Кроме того, мы напоминаем вам о важности внимательного отношения к мнемонической фразе, которую вы получаете при создании кошелька. Не храните ее на цифровых носителях, в заметках на телефоне или на рабочем столе вашего компьютера. Не делитесь ей ни с кем. Самым оптимальным и безопасным способом будет переписать ее на бумагу и надежно спрятать. Простые правила, о которых мы рассказали в этой инструкции, позволят вам уберечь средства. Поэтому мы просим вас поделиться этой простой инструкцией с другими пользователями экосистемы Ultima.